Всем приятной жизни. Это шашлык, и мы продолжаем играть в цивилизацию 5. Так, чё, Белград? О, уланчиков передал. Это хорошо. Так, бегите сюда, пока мы тут воюем. Вы как раз прибегите. Так, давай обстрел этих уланов минус. Вы пока в деф. Так, вы обстреливаете тут конкретно. А вы через джунгли профигачиваете, нет? Не, не профигачивают. Блин, ну придется так ходить. Так, ну а ты иди тогда сюда. Нормально. Блин, Вашингтон, тяжко с ним воевать, я вам должен сказать. Сильный город. Ну, о, он еще и в современность вошел. Вот говнюка кусок, а. Тяжко воевать с Вашингтоном. Так, ладно, Вашингтон, я тебе сейчас предложу... Ой, у него тут арбалетчики появились. Плохо, плохо, плохо. Богатеи мира. Так, богатеи мира, это, конечно, хорошо. Блин, ну Вашингтон вообще не сносится. Вот вообще никак не сносится. Так, крепость тут будем строить. Или ее можно даже здесь построить. Ленька. А что толку, что я? А, ну 25, в принципе, нормально. Выбрать проект. Готова опера. Так, давай музей строй. Блин, ну Вашингтон, конечно, да. Воюет, главное, арбалетчиками против моих... И говнюк побеждает. Так, ладно, если вдруг на нашей территории есть нефть, чисто гипотетически, то мы его снесем следующим заходом этими. Ну, в общем, как их называют. Великий писатель, наступил золотой век. Кстати, великий писатель. Так, юнит ждет приказа. Какой? Ты, да? Так мне в таком раскладе надо уводить тогда свою армию. Блин, они еще и по одной этой ходке ходят. Точнее, как по одной этой. Так, давай крепость. Во, отожрали. Вот теперь у нас удобно. Вот теперь мы вот тут можем выстроить войска и напасть на Вавилон. Зачем я вот так уланами прибежал? Чисто подставил их. Как-то вообще стрёмно. Так, ну ладно, ничего страшного. Мы отожрали у него чуть-чуть территории. Это как бы тоже нормальная тема такая. Ха-ха-ха-ха. Ха. Так, Вашингтон... Ты там мирные переговоры еще не хочешь начать? Так, рыцари. Бегом уланов фигучить. Готов этот, давай оперу фигач. Так, принять институт. Чё тут из догматов можно? Плюс один за каждую обсерваторию
Ну давайте настроение. Мне надо настроение. Потому как у нас что-то настроение слабенькое. О, вино нашел. А у меня вина два, да? Конечно, вообще только так я с тобой соглашаюсь. Вино на шелк поменять. Блин, эти еще и заговнюки разграбляют мои... эти... мои поселения. Вот же какие редкостные... сволочи. Блин, ну не... ну америкозы, а... война с ними не такая простая оказалась, как я думал. Ну, америкоцы. Так, готов литейный завод. Эрмитаж, опера нужна. Дайте музей. Так, следующий ход. Ну ладно, сейчас заразы убегут. То есть мы их не добьем. А, они не убежали. Тогда добьем. Тогда добьем, тогда вопросов нет. Тогда добьем, тогда вопросов нет. Так. Бумк добили. Мне б теперь еще при этом самому выжить было бы неплохо. Ну ладно, сейчас, наверное, этот пулемет. Достоин нашего расположения. Я что-то сейчас ничего не понял, что они там это меня зарядили. Америке поклон, типа. Сингай, Америка. О! Вот он мне предлагает трюфели, золото. Я еще хочу Нью-Йорк. Нет. А если без трюфелей? А если без золота? Блин. Ну ладно, давай 24 заход без Нью-Йорка, так уж и быть. И трюфели давай. Так, окей, неплохой мирный договор мы заключили с Америкой. В принципе. Сейчас у нас будет 10 ходов, чтобы подготовиться. Все тут, значит, заново отстроить армию, пулеметы Гатлинга. Блин, их просто к Вашингтону тяжело подвести. А что у нас вообще есть за эти? Еще за осадные? У нас, ну, трибушеты вообще трэш такой, что я просто в шоке с этого трэша. Так, уланы пока в хил, пока все в хил, кто только может. Так, все, следующий ход. Сейчас тут наши рабочие быстренько выдвинутся ремонтировать. Так, сейчас наши рабочие быстренько все выдвинутся ремонтировать. Так, тут противоречия всякие. Мы музеи строим. Кстати, а что у нас шпионы тут делают? А, они перевороты готовят. Ну, нормально, пусть готовят перевороты. Отожрали чуть-чуть территории у америкозов. Нормально. Нормально. Я считаю, война в целом нам была в плюс. И учитывая, что они нам еще деньги сейчас поставляют, это вообще хорошо. Так, великий ученый. Где он у нас, этот великий ученый? Так. Давай, изучай технологию. Чё с нефтью, чё с нефтью? Чё, нету нефти нигде? Или она ещё не открылась? Вот открылась, вот тут, вот тут, вот тут.
Есть, у нас нету. Да что же мы за неудачники-то такие? Вон, у этих чуваков есть нефть. Так, ладно. О, пушки. Давайте химию изучим. Тем более, что мы это можем сделать быстро. Так, пулемет Гатлинга. Ага, с американцами мы пока не можем. Ну, значит, выставляем сейчас всю армию. Вы пока на дежурстве стойте. Вы тоже теперь на дежурстве стойте. Так, рыцари, это у нас будет задняя линия. Вот, так, все, пока тоже на дежурство. Следующий ход. Блин, ни нефти, нифига. Обидно-то как, а? По ресурсам просто подстава какая-то. Так, арбалетчики. Кабулу нужен великий художник. Ну, будет родиться великий человек. Сделаем. Он у нас музыкант сейчас родится. Он сможет этот концерт сыграть. Точнее, нет, он нам шедевр создает, чтоб культуру это. Ну, в общем, культурку прокачать немножко надо. Так, и надо покупать пулеметы Гатлинга. Ой, я, кстати, могу купить пушки. Слушайте, ну давайте дадим шанс пушкам. Выбрать проект. Так, готов музей. Эрмитаж, нужна опера. Ну давайте больницу построим. Давай шедевр создавай. Так, пулемет Гатлинга. Ты у нас идешь в первую линию. Выбрать исследование. Пища на клетках с фермы. Пища. Слушайте, ну удобрения давайте мы возьмем. Так. Удобрения нам пригодятся. Как у нас, кстати, по этому? По... Нет, не по перевороту, а по демографии, грамотность. 59 на 10% мы опережаем средний показатель. Это неплохо. Это на самом деле неплохо. Так. Науходоносор. Ну, конечно, ты уже этого инженера-то нам забодяжишь. Науходоносор инженера забодяжит. Да, обидно, что Америку не удалось захватить, но ничего страшного. Так, нам нужен еще как минимум два пулемета Гатлинга, поэтому сейчас я их буду покупать. Еще нам нужны торговые пути. Тоже надо покупать. Так, значит, в Вавилоне мы сейчас купим торговый путь. Давайте купим караван. Вот, а здесь давайте купим грузовой корабль. Куда-нибудь же можно будет, наверное, его. Хотя, может и нет, не знаю. Так, на дежурство. Здесь надо купить этот пулемет Гатлинга. Покупаем пулемет Гатлинга, пушки пока не покупаем. Так, следующий ход. Окей, ну, более-менее нормально. Так, Хайли Селаси в новейшее время зашел. Ну, ерунда. Кабул, база Конго.
Так, пулемет Гатлинга, тебе надо стать вот туда. Корабль. Ага, в Нью-Йорк можешь проложить этот. То есть Нью-Йорк, он еще и на побережье, да? Отлично. Так, давай в Тонгу. Прокладываем торговый маршрут. Так, давайте я теперь куплю здесь этих пушки. Нет, не пулеметы Гатлинга, а пушки. Вот. Следующий ход. Так, отлично. Что тут пулеметы Гатлинга по странным каким-то траекториям ходят? По совсем странным траекториям. Ну ладно. Что-то строят в джунгли. А, они рубят джунгли. Слышь, ты не руби джунгли. Их же потом не вырастешь обратно. Камиамия доказывает, что земля круглая. Вы встретили. Кто-то там доказал, что земля круглая. Ну, здорово. Так, пушку сюда пока передвинуть. Теперь давайте прикупим стрелков. Следующий ход. Так, Сангай публично осудил Египет. Кстати, как у нас тут в Всемирном конгрессе расклад? У нас 5 голосов. Запрет на цитрусовые, всемирная выставка. Блин, я против всемирной выставки. Хотя там большинство будет за, наверное, да? А кто у Манилы союзник? 75 очков, а сколько я если 1000 дам? 65. Гова. Так. Значит, ты сюда переходи. Ты теперь переходи сюда. Пушки. Так, стрелки. Стрелки, это хорошо. Блин, а вот это же была моя клетка, нет? Я путаю, да? Мне казалось, что это была моя клетка. Так, надо еще сейчас пушки будет купить. Мы купим. Так, тут готов музей. Давайте построим святилище. Один ход не жалко. На него пусть будет. Так, сколько у нас еще мирный договор будет длиться? А ну-ка, дипломатия. Дипломатия. Так, история сделок. Вашингтон. А, вот, заканчивается, да, с Навуходоносором. А, длительность сделки 30 ходов на 309 ход. А почему 30? 10 же написано. Или это в смысле мирный договор? А... Well. То есть я не могу им объявлять войну. Так, Эрмитаж пока не можем. Ну, давайте замок построим. Святилище, давайте храм построим. Так, стрелки. Ну, пока, допустим, сюда. Пулемет Гатлинга на дежурство. Пушки на дежурство. Грузовой корабль. Давай в Белград полетел. Так, следующий ход. Ладненько, я, пожалуй, на этом этот выпуск тогда и закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.